такой вопрос вот в предыдущей теме. У нас послезавтра здесь стартует марафон 50 километров. Профессиональный ваш совет для профессиональных лыжников, которые ориентируются на вас, на гонку 50 километров. И вторая часть вопроса. На просторах интернета много ваших YouTube-блоков, таких кратких описаний тренировок. Есть ли возможность у вас выложить полный курс тренировок, допустим, силовых, скоростных, по блокам для каждого сезона? Зима, лето, осень, весна, чтобы ориентировались лыжники молодые или там уже опытные лыжники ориентировались на эти тренировочные процессы? Спасибо большое за вопросы. Ну, по поводу, начну со второго. С удовольствием выложу. У меня нету профессиональной команды, кто бы этим мог заниматься, поэтому все, что выкладывается, это, как правило, с каких-то сборов или с тренировок с моих, или я сам лично это показываю. Вот, я займусь этим вопросом, спасибо за совет. И если это очень важно действительно молодежи, и не только молодежи, и вы хотите это смотреть и наблюдать, как тренируются профессиональные спортсмены, собственно, все мои тренировки я показываю, и также все делают и основная сборная команды, то с удовольствием это бы сделал, потому что это поможет нашим молодым спортсменам дальше развиваться и добиваться результата. Ну а то, что касается первого вопроса, я сразу сейчас перенесу на себя. У меня послезавтра 50 километров нужно будет бежать. Здесь, в Губкине? Ну да, здесь, в Губкине, да. Я завтра бы просто пошел бы покатался немножко на лыжах. Порядка 20 километров в очень спокойном режиме. Перед полтинником серьезные разминки не нужно делать. Это абсолютно не надо. Можно просто откатить лыжи, потому что вработаться в течение 50 километров достаточно. Когда у меня такие дистанции от 30 до 50, я не сильно разминаюсь, и это не очень важно. Вот. И самое основное, как только мы стартанем, мы бежим эту гонку, я бы попробовал бы распределить ребят, которые не бегут, на дистанции так, чтобы я каждый...